Зомби, зомби, зомби. Живые мертвяки всерьез и надолго обосновались в различных магазинах приложений. И похоже, дальше будет только хуже. Не так давно в гугловом магазине приложений появилась новая аркада под названием Zombie Smasher или Сокрушитель зомби. По большому счету, Сокрушитель зомби является практически 100% клоном игрушки про муравьев. Только на этот раз вам нужно будет давить не бегающих по экрану насекомых, а сражаться с беспорядочно перемещающимися по экрану мертвяками. Кстати, несмотря на то, что многие считают зомбаков очень медлительными, в этой игре они бегают более чем шустро, так что приготовьтесь. Первые проблемы могут возникнуть, как только вы пройдете первые 3 или 4 уровня. Для победы вам понадобится скорость, хорошая реакция, внимательность и абсолютная концентрация. Без всего этого вы вряд ли пройдете даже первые 10 уровней. Кстати, если вы застрянете, то всегда можете воспользоваться дополнительными бонусами изнутри игрового магазина. Правда, большая часть товаров доступна там только за реальные деньги. Что касается графики и звукового сопровождения, то тут разработчики решили немного сэкономить. Внешне игра выглядит немного блекло, но благодаря динамичному игровому процессу этого просто не замечаешь. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.